Well, today we're going to really roll along quite quickly. Сегодня мы с вами будем проходить материал очень быстро. And we're going to start with our first religion, Hinduism, today. И начнем мы сегодня с индуизма. But before we do, I would like to pray. Но прежде чем мы приступим к занятиям, я предлагаю помолиться. So would you please stand as we pray? Our dear Heavenly Father, we thank you for the fact that you have revealed yourself to us. Дорогой Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты открылся нам. We thank you for who you are. Благодарим Тебя за то, кем Ты являешься. And we pray that as we study this religion of Hinduism, we will understand the wonder of who you are more by contrast. И мы просим Тебя, Господь, чтобы по мере нашего изучения вот этой религии индуизма мы все больше и глубже понимали, насколько Ты чудный Бог, именно противопоставляя Тебя и Твое учение тем учениям, которые проповедуются в индуизме. We praise you as the great God of the universe. Слава Тебе, великому Богу Вселенной. We praise you as the God who loved us. Слава Тебе, Богу, возлюбившему нас. And who has saved us by your grace. И спасшему нас по Своей благодати. And so we thank you for the privilege of knowing you through Christ our Lord. Благодарим тебя за ту честь, которую ты нам оказал, явив себя в Иисусе Христе. We pray this in Jesus' name. Благодарим тебя и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Animism underlies some of the folk versions of these religions. Но анимизм, как мы уже говорили, является основой для большинства простонародных форм тех религий, которые мы упоминали. Even though animism is a very ancient kind of religion, an informal religion, yet people are still gripped by certain aspects of it. Несмотря на то, что анимизм является древнейшей религией, она настолько проникает в сознание людей, что до сих пор отдельные верования анимистов присутствуют в сознании современных людей. Do you have any questions about animism? Есть ли у вас какие-то вопросы по теме анимизма? No. It is the belief that spirits inhabit all kinds of things in the world. Анимизм — это религия, которая одушевляет и одухотворяет природные объекты. That there are spirits that inhabit animals and trees and rivers and waterfalls and mountains and all kinds of things. В анимизме существует представление, что все — животные, деревья, камни, реки, водопады — они все имеют духа в себе. And these spirits, the animist believes, must be pacified by various rituals. И вот этих духов, по мнению анимистов, необходимо умилостивлять, ублажать для того, чтобы rituals and для того, чтобы жить с ними в согласии. И делается это посредством всевозможных обрядов. Wearing charms, doing certain things that are magic and so on. А делается это посредством ритуалов, магии и других практик. The world religions that we're talking about, Hinduism, Buddhism, and Islam, all have some animistic elements to them. И другие религии, о которых мы с вами будем говорить, а это индуизм, буддизм и ислам, включают в себя элементы анимизма. And even Christianity in various places of the world has not escaped from the effects of animism totally. И даже христианство в некоторых частях мира все-таки в некотором роде проникнуто идеями анимизма. In the Philippines, for example, you may have someone who regularly and faithfully attends the Roman Catholic Church. Например, на Филиппинах есть люди, которые регулярно посещают римско-католическую церковь. They call themselves a Roman Catholic, faithfully. Эти люди называют себя преданными католиками. But it is possible that they may also sacrifice a chicken to the spirit that they believe lives in that tree over there. И наряду с этим они вполне возможно могут принести в жертву цыпленка, в жертву для умилостивления духа, который, по их мнению, живет в том или ином дереве. So you see, they have mixed some animistic practices into their other faith. Поэтому здесь мы видим, что в их
христианское мировоззрение проникли элементы анимизма. This is a problem that we must be aware of all over. А вот эта проблема, о которой нам необходимо знать и которая в некоторых местах присутствует. So that's all that we'll say about animism. Unless you have any questions, we're going to move right into Hinduism. В общем-то, об анимизме мы больше говорить не будем. Если у вас, конечно, нет дополнительных вопросов по этой теме, перейдем к индуизму. А можете как-то прокомментировать в отношении воды? Вот, происходят какие-то явления, если вода заряжается или не заряжается, есть какие-то объяснения? Научные в смысле или духовные? Ну, вообще, да. Well, he's talking about the water, and some people believe that it can do something on the water, and the water gets somehow charged with things. Can you explain it in a certain way, or are you aware of such practices? I'm not aware of the specifics of that. No, we had an extrasensoric person. He had extrasensoric abilities. He would come beyond TV, and he would charge water, change something in it, and then he said that this water could heal people from different diseases. Have you ever heard of it? Not specifically of that, but that would be the kind of activity that we would probably think was kind of an animistic carryover. Mm-hmm. Ну, конкретно специфику этой процедуры я не знаю, но могу сказать, что она содержит в себе элементы анимизма. То есть мы бы назвали ее анимистической. But I haven't heard of that. Анимистской. Но ничего подобного я не слышал. All right, let's move on here. And remember... Remember pantheism Monday. Продолжать в понедельник мы с вами говорили о пантеизме. Pantheism says that everything is in this circle. Согласно пантеизму, все включено в этот круг. There's nothing outside of this circle. Нет ничего внешнего. Все, что есть, все находится в этом круге. God is everything, and everything is God. Согласно пантеизму, Бог это все, а все это Бог. And this circle, what is called God, is not personal, it's impersonal. И вот этот самый круг, который называется Богом, не является личным Богом. Этот Бог безличен. It's an it, not a he. Это не он, это оно. So as we remember that, now let's move into Hinduism, and we'll see this in practice. И помятуя об этом, давайте перейдем к теме индуизма, увидим, как на практике реализуется вот такое мировоззрение. So why don't you take your notes there and follow along? Конспекты, и будем следить по конспектам. And by the way, you will need to take extra notes. There's not enough room on this paper for the things that will be said in class. So hopefully you will have some extra paper to write down things also. Oh yeah, you have the reverse sides at least, yes. Напоминаю вам о том, что эти заметки не являются исчерпывающими, и мы будем говорить еще о дополнительных вещах, поэтому видите, пожалуйста, еще дополнительный конспект, более подробный. Для этого у вас есть место на обратной стороне каждого листа. Hinduism is a very difficult religion to understand. Индуизм как религию понять весьма сложно. And we've already talked about some reasons for this. И мы с вами уже говорили, по каким причинам. But the first reason it's so hard to understand is because there are so many differences within Hinduism, so that we cannot say all Hindus believe this. Первая причина, по которой сложно понять и осознать эту религию, заключается в наличии огромного количества верований и течений внутри самого индуизма. Поэтому, если есть какое-то в индуизме утверждение, нельзя одновременно с этим утверждать, что так полагают абсолютно все индуисты, то есть все, кто исповедует эту религию. And the second reason it's so hard to understand is because it is pantheistic. Вторая причина, по которой эту религию сложно понять, заключается в том, что она имеет пантеистический характер. And we have a theistic mindset. А мы с вами теисты по убеждению. So, if we're not careful, we can use the same terms, the Hindu and ourselves, namely, for example, the term God, but we mean something entirely different by the term. Поэтому, если мы с вами не будем помнить об этом и не будем осторожными, то мы можем использовать совершенно одни и те же термины, например, и индуисты, и мы используем термин «Бог», но подразумевать при этом совершенно разные понятия.
If we don't realize that, we can miss each other's meaning. We can just talk right past each other. Если мы с вами не будем этого понимать, мы будем так и продолжать говорить о Боге, и при этом говорить абсолютно о разных вещах, и никакого понимания не достигнем. But it's really important to try to understand Hinduism as best we can, because, well, there are 800 million Hindus in the world, for one thing. Но индуизм нам необходимо изучить настолько, насколько это возможно, и понять настолько, насколько это возможно, потому что в мире насчитывается 800 миллионов индуистов, и об этом необходимо помнить. And for the second reason, Hinduism is the kind of the foundation for a number of other religions, Buddhism being one, and also the New Age movements that are around today. Почему еще так важно изучать индуизм? Потому что он лег в основу других религий, например, буддизма или движения новой веры. Modern movements like the Hare Krishna movement. Современные течения, например, течение Хари Кришна. And transcendental meditation. Трансцендентная медитация. Things like this that are in our own countries yet today. Все подобное присутствует сейчас и развивается в наших с вами странах. These have Hindu roots. И все это имеет индуистские корни. Now, would one of you read the first two paragraphs of your notes on the beginnings of Hinduism? Я прошу кого-нибудь вслух прочесть первых два абзаца под пунктом первым возникновение индуизма. Would someone read that, please? Thank you. Примерно 1500 до нашей эры представители народа арии вторглись в Индию с северо-запада и примкнули к дравидийцам. Эти люди принесли с собой язык, санскрит и свою религию, изложенную в Ведах. На основе этих книг и возникла ранняя форма индуизма. В индуизме нет указаний на какого-либо основателя. Возникнув в Индии, данная религия прошла через многие стадии развития. Сегодня в мире насчитывается около 711 миллионов последователей индуизма, что делает индуизм третьей по численности мировой религией. So Hinduism, the early forms of Hinduism began about 3,500 years ago when these invaders from the northwest swept down into India. 3,500 years ago, 1500 BC. It's now 3,500 years ago. Итак, индуизм возник примерно 3,500 лет назад. Получается, 1500 лет до нашей эры, и плюс еще включая нашу эру, да? This is 1500 BC, but 3,500 years ago from now, yes. So they swept down from the northwest, probably through what is now like Pakistan, Afghanistan, and they moved down into India, and they mixed with the native Indian population. Когда представители народа арии вторглись в Индию с северо-запада, примерно из тех мест, где сейчас располагается современный Пакистан, Афганистан, вот они туда пришли в Индию, и в Индии смешались с местным населением. The early forms of Hinduism were polytheistic and ritualistic. Ранние формы индуизма были политеистичны и ритуалистичны, то есть очень много ритуалов в них было. It's only later that they became philosophical and pantheistic. И только немного позже эта религия приобрела черты пантеизма и философии. So we've seen, and we'll see again, that Hinduism today is still a mix of pantheism and polytheism. И именно поэтому, и сегодня мы с вами это увидим, индуизм до сих пор является собой сочетанием пантеизма и политеизма. Would someone read the any questions on this first paragraph or the first two? Вопросы есть какие-нибудь по этому? Clear, okay. Someone read the second point, please. Теперь пункт номер два. Пожалуйста, вслух кто-нибудь прочтите. Трудность определения индуизма. Поскольку в индуизме нет указаний на личность основателя, в этой религии отсутствует авторитетный набор доктрин. Это доктринально неопределенная, свободная религия. Индуизм понимается по-разному, разными индусами. Существует высказывание, что у каждого индуиста имеется свой ответ на вопрос, что такое индуизм. И индуизм в действительности представляет собой совокупность всех этих ответов. What does this tell you about Hinduism? Что это говорит вам об индуизме? Что
Но нет какой-то системы. That there is no system there. Многолик она. Yes. Has many faces, many assets. Many faces, no system. No set of doctrines. Нет какого-то набора доктрин. Каждый может говорить все, что думает. Everyone says what he thinks. And defines things in his own way. And that means that we are going to be able to talk about some general characteristics of Hinduism. Именно поэтому мы сможем с вами выделить лишь некие общие характеристики индуизма. And hopefully we can get a general idea of it. И получить некое общее представление о нем. But any given Hindu might say, "No, that's not what I believe." We have to be prepared for that. Индус может сказать: "Нет, вы говорите неправильно, и к этому нужно быть готовыми." Someone has written, "No two Hindus are likely to hold the same beliefs about Hinduism." No two Hindus are likely to hold the same beliefs about Hinduism. No two Hindus. In other words, every Hindu is likely to. Every Hindu is likely to hold a different idea of Hinduism than the next. Даже у двух индусов представление об индуизме может разниться. That gives us an idea of how hard it's going to be to understand this religion clearly. Вот это дает нам представление о том, насколько трудно и сложно четко понять учение индуистов. А что служит для них авторитетом, каким-то основанием писания, если у них разнятся мнения? Do they, if their opinions differ so much, do they have any authoritative source that they rely on? Not like this. Hinduism is not a doctrinal religion. Не такой, как Библия, потому что индуизм это не доктринальная религия. It's a feeling that this I sense, and different people sense different things. Это такая религия, которая основана на ощущении. Вот я чувствую, что это так, а другие люди чувствуют иначе. There will be this school of Hinduism and this one and this one. Поэтому в индуизме есть разные школы. But and so maybe you think, well, what's the use even to talk about this if we can't clarify anything? И можете резонно спросить, а зачем тогда вообще об этом говорить, если ничего прояснить нельзя? But it isn't quite that bad. We can get some ideas of the general principles that most Hindus hold to. Но все, друзья мои, не так плохо, потому что мы все-таки можем вывести какие-то общие принципы, которых придерживаются все индуисты. It's just that we have to be prepared for a lot of different opinions within Hinduism. Просто об этом мы говорим о разнице в их верованиях для того, чтобы быть готовыми к тому, что встретим определенное возражение на какие-то свои утверждения относительно индуизма. Let's go to these books of Hinduism. These are sacred books, though they're not books that prescribe exact doctrines for Hinduism, but they give the ideas that the Hindu holds. The Vedas are the first. Давайте мы обратимся теперь к писаниям индуистов. Это священные писания. Никакого конкретного набора доктрин они не содержат, но отражают основные понятия индуизма, основные представления, которые характеризуют большую часть индуистов, так скажем, общее представление. Итак, первое это Веды. And as your notes say, these could include ancient hymns and prayers and chants and so on, rituals, in other words. Здесь у вас дается определение. В Веды входят древние гимны, молитвы, песнопения, написанные на санскрите. The Brahmanas are another book. Дальше брахманы. And they give again some further instructions for the priests as to how to do the worship rituals. Это книги, написанные классом священников, позднее, чем Веды, дающие наставления относительно жертвоприношений и всякого рода обрядов и ритуалов. These are the earlier writings of Hinduism when it's still polytheistic and ritualistic. Это более ранние писания индуистов, и они еще во многом политеистичны и ритуалистичны. How to make offerings, how to make sacrifices. Здесь написано, как правильно приносить жертвы, как правильно совершать обряды. And things like this. И прочие подобные вещи. Then the third set of writings there, called the Upanishads. Третье писание называется Упанишады. These are later, several, a number of hundreds of years later.
These are the philosophy books. It's when Hinduism started to change from only polytheism to becoming pantheistic. Они написаны сотни лет спустя, и здесь мы уже видим элементы философии, когда учение индуистов начинает приобретать такой философский характер и становится скорее не политеистичным, а пантеистичным. In other words, these Upanishads represent sort of a redirection in Hinduism. Поэтому Упанишады в некотором смысле представляют собой перенаправление мысли индуистской. Instead of just being ritualistic and pantheistic, polytheistic, right? It started to become more pantheistic, more inward looking. Вместо того, чтобы описывать какие-то конкретные обряды жертвоприношения и другие ритуалы, здесь уже пытаются люди продемонстрировать свой взгляд вовнутрь, осознать какие-то понятия философские. И поэтому, именно поэтому, данные писания уже считаются больше пантеистическими, чем политеистическими, как предыдущие писания. Наташа. Вот веды написаны на санскрите, а санскрит — это живой язык, кто-то разговаривает сейчас на нем, или это уже мертвый язык? Vedas were written in Sanskrit. Is it in a live language now? Can anyone speak this now? I suppose they can read it at least. The scholars can read these Vedas. Yes, but I don't know if it's. Is it used in? I don't know if it's a live language, Sanskrit or not. I think it's the ancient language of these Indian, Indo-European people, and Sanskrit is, I believe, a kind of foundation for a lot of our own Indo-European languages. I'm not sure. I'm not a linguist, so I don't know. Поскольку я не филолог, я точно сказать не могу, общаются ли сейчас люди на санскрите, но ученые, они могут читать все письменные источники, которые написаны на санскрите, и, насколько я знаю, санскрит является первоисточником очень многих индоевропейских языков, но, опять же, не буду углубляться в детали, поскольку ими не владею. Но меня это интересует с той точки зрения, может ли каждый индус взять и прочитать вот эти веды, или это как привилегия жрецов? I'm interested in this topic because I wonder if any Hindu can read such books, or is it a privilege that belongs only to the ministers or the priests there? I can't answer that. I don't know. That's a good question that we should try to look into if we can. I don't know if Sanskrit is a live language that a lot of people would read today. I think it isn't. I think it's an ancient language, though these are probably, in other words, updated into a language that people could read if they want to. My impression is that most Hindus read a couple of long epic fictions or mythologies rather than these. Your chapter on Hinduism mentions two long epics full of stories, and a lot of Hindus know these stories. They know these stories better than they know these Vedas and Brahmanas and Upanishads, I think. And the two big epics full of stories are the Ramayana, and the Mahabharata. Ну, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что вопрос очень хороший, и, наверное, нужно было бы докопаться до истины и более детально его изучить, поскольку я не знаю, является ли, санскрит — это, естественно, древний язык, я не знаю, есть ли более современная версия санскрита, позволяющая всякому индуисту читать веды, или же это только привилегия жрецов, поскольку написано вот на самом оригинальном, что ни на есть, языке. Насколько мне известно, большинство индуистов предпочитают читать эпосы, и самые два известных эпоса — это Рамаяна и Махабхарата, и в основном из них они черпают необходимую для них информацию. And probably the most popular piece of writing for common Hindus is something that comes from the Mahabharata,
which is the Bhagavad Gita, or sometimes just the Gita. Наиболее популярной книгой среди индуистов является составная часть Махабхараты, Бхагавад Гита, которую читают много и с удовольствием все индуисты. Hindus like these stories very much. Индуистам нравятся истории, изложенные в этих книгах. Both of these epics are full of themes of the conflict between good and evil. В основном основной темой этих эпосов является противоборство добра и зла. Gods and demons fighting among themselves. Когда боги и бесы между собой противоборствуют. Good guys versus bad guys. Хорошие люди и плохие люди, в какие конфликты они вступают. Many stories like this. Очень много историй там подобного рода. Now the Hindu doesn't care whether these stories are true or not. И индуисту, в принципе, все равно, правдивы эти истории или нет. In other words, the Hindu doesn't care whether these things really happened. Другими словами, им все равно, происходило это на самом деле или это выдумка. They're just myths, but it's what you learn about them. You learn from them about reality. That's what counts, says the Hindu. Это мифы, но из этих мифов мы узнаем что-то о реальности. Это все, что имеет значение. So this is much different than our Christian faith, isn't it? Это очень отличается от нашей христианской веры, не так ли? Our Christian faith is based on history. Потому что христианство основано на исторических событиях и фактах. But Hinduism is not based on history. А вот индуизм как раз не основан на истории. Christianity stresses God's working in history in the Old and New in the events of the Old and New Testament. Христианство подчеркивается, что Бог действовал в истории человечества в Ветхом Завете, в Новом Завете. And it's important to us that these events really happened. И для нас важно, что то, о чем говорит Библия, на самом деле имело место. I mean, it's important to us that the Red Sea really did part for the Israelites back in Exodus. Другими словами, для нас важно, что некогда в какой-то момент истории воды Черного моря расступились и люди прошли по суху. And we believe that fire really did come down on Mount Carmel and consume the sacrifice for Elijah. И нам действительно не безразлично, и для нас важно, что когда-то в какой-то момент истории действительно сошел огонь на горе Кармел и поглотил жертву Ильи. And the miracles of resurrection of Christ, they really happened. And we say it's vital that they happened, not just stories. И события распятия Иисуса Христа и воскресения Иисуса Христа для нас очень важно. Для нас важно, что это не миф, а что Христос на самом деле воскрес. In 1 Corinthians chapter 15 and verse 17, 1 Коринфянам, 15 главе, 17 стихе, the apostle Paul says, you remember, if Christ was not raised from the dead, апостол then, Павел, вы, наверное, помните, говорит, а если Христос не воскрес, then your faith is useless, то и вера наша тщетна, и мы до сих пор во грехах. See, now the Hindu would say, we don't care whether these stories of ours really happened, it's the lessons that we can learn from the stories that's important. Но в отличие от нас, индуисту все равно, на самом деле происходили события, описанные в эпосах, или это выдумка, для них важно, что из них они получают некие знания о реальности, об окружающем их мире. And that is one of the one big difference between our faith and theirs. Важны именно эти извлекаемые на основе эпосов уроки. И в этом состоит одно из самых больших различий между христианами и индусами. Ours is grounded in history. The Hindu faith is not. Наша вера основана на исторических событиях, а индуистская нет.